наши друзья авиастроители проживают? Очень красиво у нас получился объект, хороший. Этот раз, вот, получается, из аэропорта Кеневичи на Корфу. То есть у нас большой объект там сдавали. Транспортмеханизация строит. Ну, как бы вот. Приятно порадовать нас. Фотографии пришлю, посмотрите. Ну, то есть вы там достойно себя показали. Андрей, слышу нас? Очень достойно. Мы там тем более акули поставили, ограждение поставили. Ты едешь-то куда уже? Домой? Завтра утром вылетаю в Хабаровск, да, и домой вечером. А что, на машине слабо проехать? Владимир Владимирович, я помню, там ехал же вот на... Я вчера из Благовещенска прокатился на машине 10 километров уже туда-обратно. Приступили. Как дороги у них? Дороги хорошие, слава богу. Вроде еще не развалились. Вот, держатся. Замечательно. Я хочу поблагодарить. Вот мы сейчас... с моим папой прошли, посмотрели предприятие. В том числе и будущий завод. Давайте поговорим, что у нас там за проблемы и что нам мы должны вместе сделать. Все понял. Спасибо. Я думаю, все успеем, что сделаем. Хорошо. До конца года, если итальянцы нас не подведут, мы ведем завод. Потому что нам очень надо. А то действительно просят уже и вторые производства открывать. Я говорю, у нас достаточно ульяновской площадки, чтобы обеспечить всю Россию и не только Россию продукцией. У нас по срокам когда вы планируете открытие этого предприятия? Смотрите, значит, итальянцы сказали так, 45 дней они их сделают. Но тут есть как бы некоторые моменты по газу, такие больше технические. Если реально на вещи смотреть, я думаю, где-то месяца 3-4, вот так вот. Физически мы сделаем через 1.5-2 месяца. Вот. А если вот не будет проволочек, таких, скажем, оформительных, да, всяких, я думаю, что к этому моменту можно будет и запустить. Ну, оформительные мы здесь сейчас проговорим. Да, у нас, в общем-то, достаточно понятно. Вот, Андрей Сергеевич Тюрин здесь присутствует, он уже дал там поручения соответствующие. И сейчас в ручном режиме мы, я думаю, что сейчас отработаем этот вопрос. Хорошо. Ну давай, удачи. Все, мы тебя ждем дома. А мы сейчас пока проговорим тут все эти текущие вопросы. Хорошо, спасибо большое. Давай. Удачи, успехов тебе.